То сейчас одну змею делаем. С этими будем как разбираться. А тут справа что плавает, но на нашей земле пока не успел. Это с гномами там. Гномы это практически полармии там. Которые... Если не уберутся, разберем. Вообще. Да их армия уже все вот. Кавалерия. Рыцари уже прыгнули в лодку. Не успели получить. Направить как кавалерия. Если что не так, то все успели. А если что так разбили их, кстати, конечно, на месте не было. Но нам бы все не... Ну, этот-то полез сюда, понятно, если мы его оставим, он... Кавалерия сейчас оплывет сюда и так. Вылезет сюда, сюда, этот, в этот средней. И все. Аргвианс. Уже был автобит, он скажет. И вот же шиение была такого. Ну, что ты пускай. Тот твой последний ход. Ну как это, чародеи нехорошо колдуют, это как в военном плане. Мечник. Мечник. Потом я забыл. Нету тактики. Мечник где? В центре. Это. За ним или там на флагах стоит. А если кавалерия, она же в центре. Вот щиты-то. Шо? А, сейчас. Не один змеон, амбуш тут даже сильнее змеон, змеон. Много хп увертлив. Защита от шока еще с рыбурья. Посещенная. А он вызывает шок и уязвимость там, короче, падает хэмпа. Еще 40% там плюс от урона супер. Скачок там быстро. Ну 17.51. Может достигать. Это цель такую даже. Мечников ты говоришь. Ну стоит 22 сэжа. Их даже бы их не было поставлять, чтобы их за них как 15, а ты хочешь это сложить? Удар схода, убийца, чудовищ. Но цель нанесет ответный удар. Так он и хилый удар такой. 1-2 это, ну типа физово. А 7-10, это еще по 2 раза там. А у змеи 15, у нас 15%. Сколько точно? 15. Ну давай убийца чудовищ. Тридцать два. Кажется, что может быть там больше было.
особо выгодно. Ну, в смысле выгодно, но посмотрели, как оказывается, что даже чудовище что-то. Плюс 3. Так купиться чудовище не просто плюс 3, но может удвоить урон. Плюс 15. У нас так сотка. 100 маны, у нас 100 маны, не плюс 50. Ну пока стрелится самое меньше. 63 только доходит. Ну потом хитоним. Тут лучник не прибавит. Ну потом или деньги будут поэтому. Нам же было. Нет, а, ну да, вообще. Тебя еще только не хватало. Она требовала какую-то взятку. Эти миробилис разбежалась, она подруга. У нас тоже героин хватает. Вообще. И вот героя предлагает какую-то. Ну, ну да, правильно, войну так покупай. Царь-убийц. Драконец. Ну короче, это в этих вассальных разборках там вообще все цари не правят. Извращенцев. Все, вот это такого. Драконец снайпера насылаю. Потом этому удар в спину, там, того раскрошили это в жопу. Сожрали. Ну так а зачем драконец снайпер? Угнать вот так. Свое царство районного. Драконица. И выезжать там на охоту потом. А так как люди. Ну, пытается к ассасинам. Книги нанес. Талант. 5 уровней на это прокачать. Драконец. Убийца дракона. Да нет, нет у нас нет дракона. Да, убийца чудища. А дракон это так узко. Опа. Давайте. Что, титан не понятно. Не заходим. Захватывает наш город. Все. Озверел. Наш вассальный город, который. А теперь они не доходят. Это показывал, что они доходили. Заслинял этот табус. Блин, дергает все. Дергает. Главное прислал грифа. Можно посадить грифу дать. Может нам скала где-то закрыться. Не дали взять.